разбился причал. Когда с тобой от скуки мы вскрыли руки, взвился зал. В твоих глазах замерзла тучка, уснул слеза. Твой самый верный муж, твои духи, угарный газ, смятением фраз, молчание наружу. Я жму на газ, вспыхнет в груди чудовищной гаммой. Сердце разорвано тяжестью грамма, кардиограмма, лента порвется. Больше не бьется, пропала медаль, опускается солнце. Я отпускаю педаль, моя рука в твоей руке, мой палец на курке, ему не жаль, умри печаль. Вспыхнет в груди чудовищной гаммой, сердце разорвано тяжестью грамма, кардиограмма, лента порвется. Ты моя кардиограмма. У нас в студии появились замечательные гости. Доброе утро. Доброе. Катя, доброе представляй. Утро. А, у нас, я не могу сказать, как это вообще, вот немалая частички, часть, но... солисты, да, вот, как куски, фрагменты, лидеры. Стержни. Фронтмены. Фронтмены, да. Наконец-то. Чешир с морем внутри. Доброе утро. Доброе утро. Как вы проснулись? Давно ли? Сегодня ли? Я в 6 утра. Недавно. Я еще так, в процессе. Я просто живу на поселке, мне ехать. Повидал все радости утра. Так, у нас есть информация о том, что Чешир в гораздо более полном составе. Вы увидите уже на следующей неделе. Рассказывайте нам про Котофест. Котофест, по-моему, в третий раз уже мы Четвертый. Короче, мы третий, да. Сбился со счета, становимся участником Котофеста. Единственный день в году, когда мы можем почувствовать себя котами, наверное, настоящими, и не стесняемся. Я напомню, нюкать, что мучать, это такой фестиваль, такое, который проходит в Одессе 15-16 числа в нескольких, причем заведениях. Заведениях города, это арт-центр Коробчинского и арт-клуб «Выход», да, где будут всяческие группы представлены и работы интересных авторов. Расскажите, пожалуйста, что как у вас... Как вас угораздило, хочет спросить Саша. Ну, я хотел более как-то плавно, ну хорошо, как вас угораздило попасть на Котофест? Но Лера всегда приглашает. Да, звонит. Говорит, да, приходите. Ну вот с чеширцами понятно, допустим, а море внутри как-то... А, типа не вяжется, да. У всех котов море внутри. Просто кот внутри хотели называться изначально. Да, ну как бы не все группы могут называться котячими какими-то. Кате бы хотелось. А мне бы, да, хотелось. Я котов люблю. А тебе пойдет. А мне, да. Слушайте, рассказывайте, полными составами это чего вообще? Вот сколько вас по-настоящему? Это же все понарошку. Нас четверо. Вот. Так. А нас трое. Угу. То есть и вы в полном составе, конечно, на Котофесте будете? Да. В полнейшем. В полнейшем составе. Ракешник. Рассказывайте, какие у каких групп творческий план. Сложно просто с двумя группами сразу общаться. Я знаю, что у Чеширов выходит видео, да? Да, видеоработа. Мы вот много работали последние месяцы, записали сингл. Он будет включать в себя песню, 4 ремикса мы позвали, вот замечательных электронщиков разных. Первый раз мы такое сделали, вот у нас такая будет пластиночка сингл. Сняли на нее видеоклип, и 23 марта в клубе «Юла» мы все это дело представляем широкой публике. Отлично, но еще на следующей неделе покажете клип, может быть, да, заранее. Вопрос, да, к морю внутри. Во-первых, у вас всегда очень вот, ну, мрачно, нуарненько, я бы даже сказала. Нуарненько. Нуарненько, ты был на концертах? Нет, к сожалению, я была, я удивлена, почему. Приходи, понуаримся.
А? А вы почему? Говорите неизвестный мне термин. Что такое вот это нуар, твое слово? Вот там нуар. Такая мрачная музыка. Как этот жанр вообще характеризует? Стиль, направление? Я, честно говоря, без понятия вообще. Это Екатерина, выдуманный жанр. Нет, ну а кто вот это сделал? Я в жанрах вообще не шарю. А кто это сделал? Кто написал тексты, музыку? Да музыку Яна, она сама написала на самом деле. Там да, моя заслуга вся музыка, небольшая. Вся музыка пишется сама. Я то, что там кто-то говорит, я написал, космосом. Это все неправда. А, связь с космосом? А, мы в теме, да, это хорошо. Может быть, ну, поле, да. Поле Акаши, есть такая теория о том, что, или хроники Акаши, что все находится в глобальном информационном поле, и что мы просто из него черпаем, ну, раз уж мы в космосе. Это что-то такое есть. Что-то такое есть. Это Вернадский. Это не Вернадский, это хорошо, Акаша. Ладно, это да. Не имеет значения. Расскажите, пожалуйста, еще нам о том, что там с дисками у вас. Записываете ли вы свои песни, презентуете ли вы их синглы, диски? Периодически. Периодически, то есть работа в студии. Ну, диски это уже такой сувенирчик, скорее. Отмирает формат, блин, да, быстрее. Вот мы тоже спрашиваем, есть ли смысл вообще изготавливать теперь диски? Смысл есть. Вот когда ты много-много работал над этим, так старался, вот, и потом... Потом держишь вылезло, в руках такую замечательную пластиночку, а еще лучше, если это винилка такая вот красивая, там конверт, ты ее вытаскиваешь, она такая черная, пахнет заводом. Это непередаваемое ощущение. Когда ты просто скачал в сторону, то совсем не то. Давайте послушаем еще группу «Море внутри», ее фронтмена. Да. С его давайте. Песни. Чтобы все было как-то готовьтесь. Гармонично. Как подастер, вот мне забудется. Ах, да. Ну, я такое, лайтовенькое. Он такое. Осенний вечер, палитры смена. В душе беззвучно и темно. Да это просто перемена. Погоды ей так суждено, разрезав белой нитью небо, истончается мечта, и никогда под этим небом ты не узнаешь, как моя. Кончилась красивая сказка посреди воздушных атак. А впрочем, все изначально в ней было как-то не так. Внезапный шквал на юго запад согнет деревья до земли, слетят с них листья, чтобы падать под ноги ваши все в крови, а после будут горы снега, задуют в окна холода. Когда под этим снегом я не узнаю, как твоя. Кончилась красивая сказка посреди воздушных атак. А впрочем, все изначально в ней было как-то не так. «Море внутри» и фронтмен Чешир сегодня у нас в гостях. Мы увидимся, я думаю, и с вами уже совсем 16-го скоро. Мы играем в выходе. Да, 16-го оба. Играют оба на Катафесте. В 8 часов. 23-го в июле, и эта информация именно для вас.